Начнем с важной информации для жителей и гостей Пензы. С сегодняшнего утра автомобилисты вынуждены продумывать альтернативные пути передвижения в центре города. Со вторника, 18 июля и до 20 числа, участок улицы Пушкина от Зои Космодемьянской до пересечения с Володарского в направлении к площади Ленина перекрыт для общественного и личного транспорта. Свободно себя чувствует на проезжей части только дорожно-строительная техника. На обозначенном отрезке магистрали в ближайшие дни должны уложить выравнивающий слой асфальта. В этом году его капитально ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Улица Пушкина через Зою Космодемьянскую могут все разъехаться кому куда угодно, то есть в эту сторону. Это просто этот участок не затрагивает. По возможности, значит, как мы уложим верхний слой покрытия на улице, точнее, если пересечем перекресток с улицы Ставского, то вполне возможно, ну, там уже откроем. То есть это будет немножко раньше, то есть для того, чтобы у нас автомобилисты могли по Ставскому уходить на левую сторону Кулакова и Зарбекова, кому куда надо. А те, кто едут из Зарбекова, только Кулакова, Пушкина, Зоя Космодемьянская, и уже этот участок объезжаем. Только так, больше никак. После того, как мы здесь работы завершим, у нас еще остается перекресток Пушкина-Кулакова, Зоя Космодемьянская. Мы его вот как раз-таки постараемся, я еще пока не готов, но постараемся совместить, вместе сделать. Но там будет уже в ночное время, потому что там достаточно оживленный перекресток, который закрывать действительно будет очень тяжело. Стоимость ремонта дороги протяженностью 2 километра 700 метров – 165 миллионов рублей. По контракту все работы на улице Пушкина должны завершить до 8 августа.